Московская православная молодежная организация «Покров», что действует при храмах святых апостолов Петра и Павла и Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, познакомила гостей со своим новым проектом «Покровская школа добра» и представила спектакль «Место, где начинается рай». Подробности у Галины Ледвиной. Гостей встречали нарядные девушки с корзинами свежих кустовых роз. За небольшое пожертвование цветы раздавались всем желающим сделать доброе дело. Маленькие гости вечера под чутким руководством преподавателей учились делать своими руками кукол и лепить фигурки из теста. Знакомили малышей с русскими народными музыкальными инструментами, которые бытовали в крестьянской среде в России. Но главное, ради чего в этот вечер собрались вместе жители столичного района Ясенево, это желание познакомиться с новым проектом молодежного движения «Покров», который работает уже 13 лет. Открывая вечер, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы и храма святых апостолов Петра и Павла в Ясеневе, архимандрит Мелхиседек, отметил, что человек, который живет для себя, он тлеет, а человек, который живет для других, он горит. И напомнил, что истинное счастье – это умение других сделать счастливым. За 13 лет нашего молодежного движения, когда они все вместе, молодые ребята, у нас уже более 40 пар, которые венчаны в наших храмах, Покровском и Петропавловском, которые нашли свою вторую половинку именно здесь. Поэтому здесь получается такой принцип. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты взамен и получаешь. И поэтому это принцип уже нашей христианской жизни. Кто-то из мудрых людей сказал, из наших святых, когда врач наливает масло, лечебное масло, наливает на свою руку, в первую очередь пользу получает его рука, а потом уже рука больного. И вот так всякое доброе дело, оно в конце концов помогает самому человеку. Из дел милосердия православной молодежной организации родился новый проект «Покровская школа добра». По словам ее руководителя, это содружество неравнодушных людей и организаций, которые решили вместе помогать людям и пригласили этим вечером к сотрудничеству тех жителей Ясенева, у кого есть такое же желание. Организаторы мероприятия показали видеосюжеты, которые рассказали о работе уже проделанной Покровской школы добра и познакомили с основными направлениями ее деятельности. У нас сейчас 4 направления. Ты не один. Это помощь детям-сиротам и семьям, усыновившим детей. Вернись в реальность. Это помощь духовная и душевная нашим молодежи в борьбе с зависимостью. Походы, образовательные программы и так далее. Дела житейские. Следующая социальная программа. Это когда мы помогаем по просьбам. Это и наводнение на Дальнем Востоке мы помогали беженцам, и просто бабушкам, дедушкам, семьям многодетным. Новый социальный проект «Пусть мама услышит» – это программа против абортов за укрепление семей и поддержки матерей. Кульминацией вечера стал благотворительный спектакль «Место, где начинается рай», посвященный тысячелетию памяти святого князя Владимира. Постановка была подготовлена и показана летом во время миссионерского похода по поселкам Республики Коми, чтобы рассказать о значении таинства крещения. После спектакля всем желающим было предложено записаться в Покровскую школу добра, а также принять участие в сборе благотворительного пазла.